Здравствуйте, студенты! От лица всех Татьян университета поздравляю вас с успешной сдачей экзамена. Теперь вы можете веселиться и отдыхать. Веселье и отдых – как раз то, чем занимались студенты в Татьянин день. Второй этаж главного корпуса заполнен шумом праздника. Повсюду люди в ярких костюмах, а на лицах окружающих счастливые улыбки. Отличные ведущие, отличные конкурсы, отличная атмосфера, мне все очень нравится. Это, на самом деле, для меня очень необычный праздник. Я первокурсник, недавно поступил, можно сказать. Это для меня первый такой праздник. Вот привыкаю, что я студент, что это тоже мой праздник теперь. День студента начался с розыгрышей баночек Кока-Колы и фирменных блокнотов. Рядом с этой площадкой работала фотобудка. Очередь к ней не заканчивалась до конца мероприятия. Какие ваши строки из этого? Очень все выклево. Молодец. Давайте дарить подарки девчонкам и по блокнотику. Основная программа была очень насыщенной. Коллективы из Центра творчества ЮРГУ, актеры театра «Манекен», дефиле Татьян университета, а также интеллектуальный поединок преподавателей со студентами. Здравствуйте, дорогие студенты Южно-Уральского государственного университета, уважаемые деканы, гости. Сегодня, в этот такой морозный день после рождественских праздников, мы собрались на праздник студента. И я вижу, что здесь студенты, которые многие, если не почти все, досрочно сдали, успешно сдали сессию. Здесь нет студентов, которые имеют хвосты. Это очень здорово, что в Южноуральском государственном университете учатся такие студенты и их абсолютное большинство. С праздником вас, ребята! А сегодня вам хорошего настроения! Также ректор университета исполнил три желания студентов и угостил присутствующих шампанским.